Ну капец, это я. Это же с ума сойти можно, это реально я. Офигеть. Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня я покажу вам, как превратиться из вот этого в вот это. Да, я сделала тот самый азиатский макияж при помощи целой кучи дополнительных средств. У меня тут налился скотч, клей, где только можно, нос у меня полностью переделанный. В общем, ребята, это полный трэш. Но я думаю, вы сами видите, что мое лицо не похоже на мое обычное. Поэтому сегодня я покажу вам, как я сделала такой макияж. Я вам реально рекомендую смотреть это видео до конца, потому что оно взорвет вам мозг нафиг. Ня. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, чтобы больше никогда не пропускать такой годный контент на ютубе. И подпишись на мой инстаграм. Кстати, в моем инстаграме совсем скоро стартует марафон красоты для топовых девочек. Он, конечно же, открыт и, конечно же, бесплатный. Чтобы в нем участвовать, достаточно просто подписаться на мой инстаграм, туда перейти и смотреть мои посты. И давайте я вам уже покажу, что я сделала со своим лицом и как мне это удалось. Ах, какая женщина, какая женщина. Я начну с того, что буду делать мой нос. Я таки купила себе вот эту вот штуку. Это называется гумокс. И именно при помощи вот этой вот штуки, которая похожа на глину-пластилин, я сейчас сформирую себе новый нос. Для начала нужно раскатать его вот в такую вот колбасочку. И потом прилепить себе на нос. Так, беру эту штучку и наношу ее себе на нос. Как вы видите, у меня нос с прогибом. Я сделаю так, чтобы этого прогиба было минимально. Представляете, людям больше ринопластика не будет нужна, если это войдет в моду и кто-то сделает такую глину супер легкой для применения. Все, был у тебя толстый некрасивый нос, налепила себе глинку, вечером ее сняла, и все, никакой пластический хирург тебе не нужен. Это же красота просто. Так, я сформировала себе новый нос, и теперь он у меня просто прямой. Это какой-то капец. Представляете, я только что за 2 минуты сделала себе новый нос. Ах, какая женщина, какая женщина. Теперь я воспользуюсь корейской базой под макияж, даже не базой под макияж, а так называемый тональный блур. Я вам ее очень часто показываю. Вот эта штука, которая сейчас высветлит мне лицо. Конечно же, я нанесу на шею, чтобы не было такого дикого контраста. Сейчас хочу лишнее прям отсечь. Интересно, пластические хирурги себя также ощущают? Теперь нужно нанести консилер. Моя задача сейчас сделать мое лицо наиболее плоским, чтобы потом уже на нем нарисовать рельеф и обратный рельеф. То есть, если вот у меня есть скулы, то я сейчас из этих скул должна сделать себе щечки. Ну и, конечно же, нос должна сделать максимально приближенным к цвету моей кожи, чтобы не было сильного контраста. Теперь на этого бледного человека я нанесу самый обычный кушон, но он тоже достаточно светлый будет, но хотя бы уже не так смертельно. Конечно же, настало время для контуринга, потому что так оставлять все, ну это какое-то извращение. А теперь я беру это. Если кто не понимает, что в моих руках, это скотч. И я сейчас не про алкоголь. Не пейте. Ах, какая женщина, какая женщина. Сейчас при помощи скотча обыкновенного канцелярского я буду делать себе лифтинг лица. Да, у нас сегодня просто урок пластической хирургии для начинающих. Надеюсь, пластические хирурги так не делают. Итак, при помощи вот этой вот клейкой ленты я сейчас буду подтягивать свое лицо, заводя ее за линию ушей. Я не уверена в том, что конкретно в моем случае это даст хоть какой-то результат, потому что у меня само по себе лицо такое, но поверьте, обычно это выглядит как-то так. Вот вторую часть моего подбородка попробую склеить. Вот вообще не чувствую разницы, но я думаю, это только исключительно из-за того, что у меня самой по себе очень треугольная вот эта вот часть лица. Вот так это выглядит со стороны. Ах, какая женщина, какая женщина. Теперь задача
задача будет нарисовать брови. На фоне всего остального это самая нормальная тема. Но при этом в этом есть особенная фишка. Мне сейчас нужно будет нарисовать максимально прямые брови. Учитывая то, что они сейчас у меня выщипаны, но совсем не прямым образом, это будет сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, поговаривают, есть один лайфхак. Я сейчас его буду проверять. По идее и по задумке я должна провести вот здесь вот прямую линию вверх. И якобы теперь отсюда я должна провести прямую линию вот сюда. То есть к концу моей брови. А теперь отсюда, типа таким треугольником, как будто рисую букву Z на английском, должна провести обратно, вот так. Так, и теперь вот отсюда мы тянем его к этому уголку, буква Z. Ну, я думаю, разница, конечно, очевидна. Сейчас еще возьму гель цветной, чтобы они были не такие черные. Наверное, будет прям классненько. Плюс уберем вот здесь вот, чтобы прям ровные-ровные были. И, наверное, прям получится у нас каноничные прямые брови азиатские. Прикольно, лайфхак-то реально работает. Вот из такой брови мы сделали вот такую, полностью прямая, а здесь совершенно изогнутая. Брови совершенно одинаковые. Вы видели, как это сделать, поэтому сейчас я быстренько сделаю вторую, и мы с вами продолжим дальше. Ах, какая женщина, какая женщина. Осталось взять пудру. Итак, после того, как мы с вами нанесли обильный слой пудры на наше лицо, самое время приступить к сухому контурингу. И это, признаюсь, одна из самых интересующих меня частей в этом видео, потому что сейчас я контурирую свой нос. И это очень странное впечатление, потому что я не чувствую мой нос. То есть это как бы мой нос, но он как бы не мой нос. Вот понимаете, как хотите. Теперь я хочу добавить румяна. Взяла специально самые кавайные, вот такие вот розовые-розовые румяна. И прямо сейчас буду их наносить сюда. Кстати, я буду очень сильно ждать ваши комментарии о том, как вы вообще думаете, что с этим макияжем так, что не так, и как вы считаете, есть ли смысл реально использовать его на повседневной основе. Самое трудное, наверное, для меня сейчас будет, потому что я буду делать глаза. Но перед этим, ребят, помните, в прошлом видео я показывала вам тетрадку, которую вы можете получить в подарок, если приедете в магазин Мосигра в магазине Филион в Москве, ну и сделаете там небольшую покупку на 800 рублей и более. Так вот, вместе с девочкой, которая рисовала мне вот этот вот арт и занималась оформлением тетради, мы будем проводить небольшой для вас конкурс. Все, что нужно, это подписаться на ее контакт, на мой контакт и на наши каналы. В ее группе на моей странице ВК вас будет ждать пост с информацией по конкурсу. Ах, какая женщина, какая женщина. И знаете, почему она трудная? Потому что я буду использовать вот это. Это линзы. Наверное, вы спросите, что трудного в том, чтобы надеть линзы. Да все блогеры так делают, а я вам отвечу. Я, как обычно, отличилась, ведь я же сделала лазерную коррекцию зрения себе. И с этого момента я ни разу не носила линзы, не надевала их, и уж тем более не покупала специальные линзы, которые сделают с моими глазами вот такие чудеса. Вы видите разницу? Это же жесть какая-то. Сейчас я возьму вот такую вот штучку. Как вы думаете, что это такое? Не знаю, что вы там подумали, но знаете, что это? Это специальные наклейки, которые помогают формировать веки. Да, это супер странно. В глазах линзы, на глазах веки, на носу глина, на лице скотч. Капец, я превращаюсь в какого-то биомонстра. Ах, какая женщина, какая женщина. Сначала я буду использовать в качестве базы светлые тени. Уж не знаю, кстати, как это будет еще наноситься на этот скотч, который у меня на глазах уже есть. Светлые шиммерные тени. Теперь вот эту вот часть я буду выделять нейтральными оттенками. Наша задача сделать наш глаз еще здоровее, еще больше. И с макияжем глаз все очень просто, и слава богу, потому что макияж тяжелый глаз, я, мне кажется, уже просто не выдержу. Это очень тяжело на фоне всего этого лица, которое ты вообще не чувствуешь. То есть я вообще не чувствую, что я делаю. Я просто так вижу и как будто, знаете, по бумаге рисую. Теперь беру светлый шиммерный оттенок, наношу его вот отсюда сюда. А теперь, дабы все это добро уравновесить, я еще и рисую мешки под глазами, чтобы глаза еще больше стали, чтобы уж наверняка. Настало время стрелки. Тот шаг, который может все испортить, но я постараюсь сделать все, чтобы не зашквариться. Стрелочка двигается по направлению вниз, используя обычные черные сухие тени и прям близко-близко к ресничному краю, стараясь наносить тени, чтобы наша стрелочка прям была очень-очень ненавязчивой, но при этом глубину глаз куда еще глубже. Это просто не глаза, это целые моря, реки, океаны, озера, не знаю, водохранилища. Ресницы. Настало ваше время. Что же осталось дело за малым? Осталось найти хороший подходящий нам тин. Для того, чтобы губы сделать яркими. Мне кажется, я нашла что-то подходящее. Яркое, розовое.
И... И та-там! Полноценный азиатский макияж трансформации завершен. Как вы считаете, стал ли я с ним безумной красоты бабенка, или что с ним, что без него все одна фигня? Так, мне сказали, надо убирать это вообще все еще. Девушка, а сортир где здесь? Наличными оплатой или по карте? Карты. Хорошо. Я хочу кофе, мне ломка. А обед на перерыв еще не скоро.